28 июня в Казахстане теперь будут отмечать День работников средств массовой информации. Ранее президент дал соответствующее поручение правительству, а сегодня лично поздравил представителей отечественных телеканалов, газет, информагентств и вручил им награды. За последнее время это уже вторая встреча журналистов с президентом Казахстана. На этот раз повод торжественный. Со дня на день представители средств массовой информации отметят свой профессиональный праздник. С этого года 28 июня официально будет считаться Днем работников СМИ. Уважаемые друзья, прежде всего поздравляю вас с профессиональным праздником. Как вы знаете, по моему поручению правительство учредило профессиональный праздник работников средств массовой информации Казахстана. Это справедливое решение, учитывая место средств массовой информации в современном обществе. О том, что происходит в мире и в стране, мы узнаем прежде всего от вас. Казахстанцы видят события глазами корреспондентов, обозревателей, блогеров, фотографов, всех тех, кто делает новости. Очень велика ваша роль в формировании общественного мнения, нравственных ценностей общества. Можно без преувеличения сказать, что на наших глазах начинается новая эра журналистики. Интернет и социальные сети изменили характер журналистской работы. Прозрачность, скорость, доступность информации стали маркерами работы успешных журналистов. Я тоже стараюсь идти в ногу со временем. Как вы знаете, я пишу в Твиттер и даже размещаю материалы в Инстаграм. По словам президента, сегодня перед экономикой страны стоят серьезные вызовы, а мировая экономическая ситуация выглядит непросто. И большая задача по укреплению социально-политической стабильности лежит в том числе на плечах прессы. В условиях стремительных социально-политических изменений роль журналистского сообщества в жизни государства и общества значительно возрастает. Здоровая консолидация отечественного медиасообщества, ответственная гражданская позиция журналистов, их высокий профессионализм, объективность – это необходимая составляющая успешной работы в информационном пространстве. Со своей стороны государство продолжит поддержку средств массовой информации. В нашей стране журналистам всегда есть о чем рассказать с экранов телевизоров, страниц газет и порталов информагентств. Сегодня глава государства чествует лучших. Четверо представителей СМИ удостоены премий. Все они настоящие мастера пера, которые отдали журналистике большую часть своей жизни. Я, конечно, хочу поблагодарить за эту высокую награду. Я считаю эту награду не только своей заслугой, но и заслугой всей нашей редакции. Но помимо личной благодарности, я хотел бы все-таки выразить благодарность, видимо, от имени всего нашего журналистского сообщества, потому что вот это замечательное событие происходит, что тоже символично, в особо знаменательный день, когда нашему сообществу казахстанской журналистики вернули исконный праздник, и это инициатива нашего президента, который сам не чувствует творчеству и журналистики, и я хотел бы еще раз выразить благодарность. Телевидение – это всегда командная работа, которая требует большой отдачи от каждого, кто принимает участие в подготовке материала к эфиру. Троим работникам телеканалов Касым-Жомарт Токаев вручил президентские гранты. Среди счастливчиков и корреспондент нашего телеканала Рауан Мынбаев. Ряд журналистов и редакторов также получили благодарности главы государства. Я много лет вот здесь, в этом здании, освещал подобного рода мероприятия по другую сторону объектива, да, находился, скажем так, в другой группе приглашенных, и сегодня вот находиться в числе именно тех, кому вручаются такие награды, для меня было большой честью и очень приятным в моей жизни событием. Журналистика – это не совсем далеко не хобби, это не профессия, это даже, возможно, не ремесло, это больше образ жизни. Но казахстанским журналистам бесконечные сюжеты, статьи и заметки в радость. И работа 24/7 совсем не в тягость. Главное, чтобы был информационный повод и желательно приятный. Сегодняшние поздравления для представителей СМИ – это не просто приятные поздравления и подарки. Это в первую очередь награда за каждодневный труд. Ведь даже свой профессиональный праздник, несмотря на то, что это будет выходной, большинство наших коллег проведут на работе. Для того, чтобы подготовить для своих телезрителей, слушателей и читателей очередную порцию свежих, объективных новостей. Ирина Панфилова, Мирбек Изимов при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар 24.